Порядка 40 миллионов рублей направлено на обеспечение лекарствами камчатцев, страдающих гемофилией, рассеянным склерозом, муковисцидозом, имеющих злокачественное образование и перенесших трансплантацию органов или тканей. В край поставлено медикаментов на сумму почти 66 миллионов рублей. Лекарства с начала года получили 135 пациентов. Из аптек по льготным рецептам отпущено препаратов на 39 миллионов 600 тысяч рублей. Средняя стоимость рецепта составила 91 503 рубля. Средние финансовые расходы на одного пациента – 293 тысячи рублей, рапортует краевой Минздрав. Там добавили, что сейчас ведомство готовится к защите заявок на поставку лекарств таким пациентам на будущий год. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.